Конечно, то, что мы видели, это очень далеко от стандартов свободных и справедливых выборов. И именно поэтому, очевидно, мы увидели и ту активность людей, которые, понятно, не доверяют результатам этих выборов. Почему? Потому что все этапы были с очень большими проблемами, с критическими проблемами. Комиссии были созданы, сформированы как неплюралистично, это, в общем-то, обычная для нас ситуация. В этот раз представительство оппозиции было еще меньше, чем раньше. Затем процедуры сбора подписей за выдвижение кандидатов. Очень большое включение административного ресурса в пользу действующего президента. Давление на всех остальных. Опять же, непрекращающиеся аресты. Это все сказывалось. Но, тем не менее, даже на этом фоне мы увидели гораздо большую активность избирателей, которые подписывались уже не тысячами, десятками, даже сотнями тысяч, подписывались за альтернативных кандидатов. Мы не видели активности по сбору подписей за действующего президента, и поэтому очень трудно доверять тем цифрам, которые были озвучены, там, сколько, 2 миллиона что-то, да, что-то около этого, 1,5-2 миллиона, да, уже, они настолько заоблачные, что даже, как бы, не очень запоминаются. Фактически наблюдение было сорвано, прозрачности этих выборов не было, и это тоже значительно ухудшило картину выборов, в смысле сами процедуры, по сравнению даже с предыдущими кампаниями, которые тоже были далеки от идеала, мягко говоря. Все эти действия, значит, ограничительного характера делались под предлогом защиты от ковида, обусловленное, значит, наличием этой пандемии, но вчера мы увидели на участках фактически спровоцированные вот такой организацией, неподготовленностью комиссий, спровоцированные огромные очереди избирателей на избирательных участках, и люди вынуждены были толпиться без какой-то дистанции, без соблюдения каких-то элементарных эпидемиологических мер. И я не видел там и не слышал, чтобы кто-то говорил, наблюдатели наши не отмечали, чтобы хоть где-то, хоть как-то в этом процессе какие-то санитарные органы что-то пытались сделать. Мы столкнулись с абсолютно незаконным решением Центральной избирательной комиссии номер 115, которое фактически в нарушении и норм Конституции, и норм избирательного кодекса запретило наблюдение на избирательных участках. Мы, из 798 наблюдателей, которые мы выдвинули на участке, только 93 наблюдателя смогли наблюдать разные этапы, по пару часов, там, полдня, наблюдать разные этапы избирательной кампании. Только один наш наблюдатель имел возможность наблюдать весь процесс голосования, и только три наших наблюдателя были оставлены на подсчет голосов. При этом из этого количества наших наблюдателей аккредитованных более 20 наблюдателей, даже более 30 наблюдателей были лишены аккредитации в процессе наблюдений, а 9 человек до сих пор задержаны из числа наших наблюдателей. В целом, институт наблюдения был один из самых главных, по которому ударила репрессивная машина. Более 150 наблюдателей разных компаний и наблюдателей избирательного штаба Светланы Тихановской и наблюдателей оппозиционных политических партий были в той или иной степени задержаны, и многие из них до сих пор не освобождены. Вообще вся процедура голосования сопровождалась абсолютно непрозрачной, она абсолютно осталась закрыта для наблюдателей, и нам абсолютно неизвестно, какая реальная обстановка была в процессе подсчета голосов. Также надо отметить то, что во время досрочного голосования наши наблюдатели, там, где они имели возможность внешнюю
либо частично внутренней возможности нахождения на избирательных участках, либо вовне этих участков, но контролируя подсчет голосов, большинство из этих, до 70% наблюдателей, которые им ввели подсчет голосов, фиксировали факты, искажающие, факты завышения явки. Мы не можем говорить о том, насколько явка завышена по стране, но, конечно, явка, которую обрушила Центральная избирательная комиссия, 44% принявших участие досрочно, вызывает большие сомнения, и если практику на тех участках, где мы наблюдали, как транспорировать на всю Республику Беларусь, то это завышение достаточно высокое. Около 40% наших наблюдателей фиксировали факты принуждения к участию в досрочном голосовании. Оно носило меньше характера, чем сейчас, потому что один из главных ресурсов, который является жертвами такого незаконного принуждения студента, он, исходя из того, что выборы были в августе, он был недоступен для организаторов выборов, и их не могли заставить принять участие в явке. Фальсификация явки привела к тому, что на некоторых участках, более 10 участков в день выборов, мы фиксировали факты, когда бюллетени переливались через край, то есть их было больше, чем 100%. На некоторых участках до 130% приняло участие по подсчетам наших наблюдателей в голосовании. То есть комиссии столкнулись с ситуацией, что им пришлось создавать искусственные препятствия по доступу избирателей на участки, поэтому были созданы все эти очереди. Все слова Ермошины про каких-то провокаторов, которые засели в кабинках и не пускают других наблюдателей, это все смешно. Именно работа комиссии привела к тому, что были организованы эти очереди, это было сделано специально, с одной лишь целью для того, чтобы максимально ограничить возможность вот этого переливания за 100%, максимально ее скрыть от наблюдателей. Наши наблюдатели даже фиксировали такую информацию, что на тех участках, которые в 16 часам, в среднем к 16 часам стала переваливать явка за 100% на некоторых участках, сразу же избирательная комиссия начинали нервничать и вызывали милицию для того, чтобы любым способом удалить наблюдателей из избирательного участка, чтобы какой-то контроль за явкой уменьшить. Тотально. Мы пока не можем это определенно сказать в цифрах, но очень большой процент наших наблюдателей, большинство, фиксировали факт того, что итоговые протоколы не вывешиваются. Это грубое нарушение, как раз оно сделано для того, чтобы было невозможно оценить реальную и виртуальную явку, которая возникла на избирательных участках. Многие комиссии тайно покидали избирательные участки под охраной сотрудников внутренних дел. И это было специально тоже сделано для того, чтобы максимально ограничить возможность наблюдателям знакомиться с итогами голосования. На прошлых выборах всегда казалось, что ситуацию ухудшить нельзя. Оказывается, то, что можно, можно в принципе просто, скажем, полностью перечеркнуть даже нормы своего права, которые очень сильно критиковались. И полностью, скажем, ну, исключить возможность для каких-то хотя бы минимальных оценок с юридической точки зрения этой избирательной кампании, потому что она полностью, еще раз повторюсь, тотально закрыта для нас, как для наблюдателей. В целом избирательный процесс на всех этапах не соответствовал международным стандартам проведения демократических и справедливых выборов, сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства. Это было обусловлено активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей. Также существенные нарушения при проведении выборов президента Республики Беларусь национального законодательства и основополагающих принципов проведения справедливых и демократических выборов, в том числе лишение наблюдателей возможности видеть подсчет результатов голосования, не дает основания нам доверять результатам выборов, озвученных Центральной избирательной комиссией, и считать их отражающими роль реальной воли изъявления граждан Республики Беларусь. Поэтому мы считаем, что выборы полностью не соответствовали международным стандартам и обязательствам, которые Беларусь на себя взяла, национальному законодательству, а те выводы, которые сделали, которые сейчас озвучивает официальная Центральная избирательная комиссия, не являются реальным отражением воли изъявления белорусского народа на этих выборах. Эта кампания, она во многом уникальна, и уникальна она, к сожалению, еще и тем, что
репрессии во время этой избирательной кампании начались фактически сразу же после ее объявления, а не так, как обычно они у нас происходят в послеизбирательный период, как это было в 2006 году, в 2007 году. В этом году только с мая месяца, по нашим данным, более 1500 граждан были задержаны сотрудниками милиции, около 200 из них были арестованы на разные сроки административного ареста, более 300 оштрафованы. И, конечно, наибольшую нашу обеспокоенность вызывает наличие политзаключенных в Беларуси, которые просто росли с геометрической прогрессией и на сегодняшний день составляют 26 человек, но это, я боюсь, что далеко не последняя цифра, учитывая последние события, которые у нас происходили вчера и накануне. И на сегодняшний день существует таких три глобальных уголовных дела, так называемое дело Тихановского, которое было возбуждено по факту событий 29 мая в Гродно, по которому обвинили и задержали самого Тихановского в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, которые как бы никто из нас так и не увидел, исходя из того видео, которое было доступно. Но на основании этого дела были изолированы практически все популярные блогеры в стране. Именно изолированы, по нашему мнению, это классический пример произвольных задержаний, которые никаким образом вообще не связаны с совершением каких-либо противоправных действий. Все обвинения в отношении них, они написаны одинаково, абсолютно, независимо от того, был это человек 29 мая в Гродно, не было он 29 мая в Гродно, но все они организовывали те самые групповые действия, которые нарушают общественный порядок. Второе такое групповое дело, это дело, условно говоря, Бабарика и его инициативной группы, в рамках которого задержаны были Бабарика, его глава инициативной группы, Эдуард Бабарика и несколько членов инициативной группы его. По выдвижению там в основном используется набор экономических составов преступлений, но опять же, по нашему глубокому убеждению, реальные мотивы власти настолько понятны, что мы особо не утруждали себя углубляться в суть этих предъявленных обвинений. Ну и третье, это даже уже сейчас четвертое уже, к сожалению, есть. Третье, это по событиям 14 июля в Минске, по которым тоже возбуждены по статье 242 групповые действия, нарушающие общественный порядок, по факту демонстрации после решения ЦИК об отказе регистрации Бабарика и Цепкала. Ну и потом у нас разворачивался ряд очень интересных и странных событий с задержаниями бойцов Вагнера, возбуждением еще уголовных дел в отношении и так изолированных Статкевича и Тихановского, которые обвинили в организации массовых беспорядков, которые они, так понимаю, по версии следствия, организовали вместе с этими задержанными бойцами. Ну и вчера, после вчерашних событий мы уже знаем о том, что возбуждено уголовное дело массовое беспорядок. То есть власти так оценили то, что происходило вчера, с чем мы крайне не согласны, если говорить конкретно о составе самого преступления и о тех событиях, которые имели место вчера. Ну а вообще, говоря о вчерашних событиях, конечно, следует отметить, что власти, конечно, готовились к этим мероприятиям заранее, учитывая то, что происходило накануне и задержание этих бойцов Вагнера, как основание к усилению так называемой безопасности, а реально практически введение военного положения, по крайней мере, в Минске, в которые были введены усиленные войска, внутренних войск, полиции и так далее, блокировка города. Визиты Александра Григорьевича в воинские части в разных городах и утверждений о том, что армия может быть использована для восстановления конституционного порядка в стране в случае дестабилизации ситуации. Все это говорит о том, что власти, естественно, готовились к этим событиям, зная о том, что результаты выборов вызовут большое недовольство, неудовлетворение и недоверие со стороны граждан. Оценивая в совокупности то, что мы вчера увидели, конечно, хотелось бы заявить, что всю ответственность на то, что вчера произошло, мы возлагаем непосредственно на власти Беларуси. Потому что именно власти обязаны обеспечить свободу мирного собрания. Они несут обязательства как по содействию проведению собрания, так и не вмешательство в мирное собрание, которое проходит мирно. То, что собрания проходили мирно, это как бы есть факт. Да, в результате того, что милиция начала такие действия, был спровоцирован ряд конфликтов, где и демонстранты в ответ тоже применяли физическое насилие в отношении работников милиции.
Но в целом, повторюсь, ответственность за то, что вчера произошло, возлагается исключительно на власти Республики Беларусь. Мы со своей стороны, перед началом этих событий, оценивая эту ситуацию теоретически очень опасную, приняли совместное заявление всех правозащитных организаций Беларуси, где мы обращались к властям не допускать насилия в отношении мирных демонстрантов, напоминали им о их международных обязательствах, которые Беларусь на себя добровольно взяла. Тем не менее, как мы видим, случилось то, что случилось. К сожалению, я опасаюсь, что власти будут раскручивать этот маховик репрессий послеизбирательный период. Есть уже, тем более, к тому формальные юридические основания. Мы опасаемся, что этот маховик репрессий будет раскручиваться дальше. Мы очень опасаемся, что есть потенциальная опасность задержания, в том числе, кандидата Светланы Тихановской и других тех граждан, которые принимают участие в выборах в кампании объединенного штаба. Учитывая предыдущий опыт и то, как наши правоохранительные органы, широко раскинув руки, работают по такого рода уголовным делам, я не исключаю возможности репрессий в отношении независимых СМИ, тем более, что угрозы такие на протяжении кампании неоднократно озвучивались как лично Лукашенко, так и другими представителями правоохранительных органов. Не исключая репрессии в отношении правозащитных организаций. И, пользуясь случаем, мы еще раз обращаемся к властям прекратить эту эскалацию конфликта, прекратить это насилие, прекратить эти репрессии и освободить всех политзаключенных. Спасибо. Было очень много в Беларуси аномальных избирательных участков, которые, в принципе, находились в одних районах, в одних даже зданиях, и где разница абсолютно диаметрально противоположная, где в соседней, там, за стеной на одном участке за Лукашенко 80%, на соседнем участке за стеной за Лукашенко 20%, а 80% за Тихановскую. То есть это все абсолютно, 80% имею в виду, это все абсолютно говорит о том, что такая аномалия не может существовать, что на самом деле мы имеем дело с массовыми и системными фальсификациями. И на тех участках, где наши наблюдатели могли быть каким-то образом наблюдать, на всех победила Тихановская. То есть это была воля комиссии, там, где председатель комиссии допускал наблюдателей, вот там всегда, там везде побеждала, во многих случаях побеждала Тихановская. На тех участках, где не было наблюдателей, на всех абсолютно непропорционально по сравнению с соседними участками побеждал Лукашенко. Не то, что наблюдатели добились этой победы, нет. Просто наблюдателей пустили, потому что комиссия была готова делать в рамках закона. И поэтому был такой результат. И наблюдатели его могли увидеть. И, конечно, это были наихудшие выборы за всю электоральную историю республики.